Всем привет, с вами Killboss, и это обзор на приложение Yahoo Погода. В чем смысл этого приложения, я думаю, объяснять не надо. Это приложение просто показывает погоду, но не просто погоду, а со всеми пояснениями, подробностями и так далее. Тут мы видим, например, ветер, барометр также есть, осадки в процентах, солнце и луна, какая сегодня луна будет, убывающий серп, к примеру. Ну, лично в моем городе. Также есть даже карта. Карта показывает нам диаграмму дождей, погоды и так далее. Но загружаться, наверное, у нас долго будет. Это вы уж сами скачаете, посмотрите, я вам объясню все остальное. Это не так уж и важно. Вот, есть такие вот штучки специальные. Комфорт. Сколько градусов, то есть ощущается влажность, видимость и что-то еще непонятное. Также прогноз на 10 дней вперед. Вот такой вот у нас тут 5. Дожди, что за лето. Прогноз на сегодня по часам. Очень удобная штукенция, всем рекомендую. Вот здесь давление. Можно перемещать, по городам перемещаться. Также сзади присутствует очень красивая картинка. Мне тоже очень-очень нравится. Каждому городу своя. Из своего города. Париж, Ярославль и так далее. Можно обновить, просто протянуть сверху вниз. Все обновления взяты с Фликра. Обновляется быстро. Также можно добавить, естественно, свой город и определять по своему местоположению. Давайте, например, найдем Москву. Ищет, конечно, моментально. Выбираем Москва, Россия. Смотрим. Время указано. Температура. И так далее. Даже фотография снята с Москвы, хотя... Не очень, честно, похоже на Москву. Сняли бы там Кремль. Ну, не знаю, может быть, еще позже загрузится. Тут есть настройки уведомлений. То есть, вам будет уведомлять вверху. Там будет такая шторка, как бы уведомления. Вы сможете смотреть. Вот здесь. Ну, я его не включаю. Немного, оно недостроено, недоделанное. Приложение от Yahoo. Ну... Честно, половина из них просто на английском. Также можно войти в свой аккаунт на Yahoo. Ну и, в общем-то, все. Больше объяснять здесь нечего. Все понятно. Открывайте, выставляйте свой город. Или просто ставите мое местоположение. Ставите шторку и просто следите за погодой, где хотите. А также, кстати, здесь есть виджет. Очень красивый виджет. Только маленький. И вот такой вот побольше, с часиками. Показывать фото с Flickr, конечно, мне очень нравятся ваши фото. Вот здесь можно также перелистывать между городами. Ну, кстати, вот этот большой получше выглядит. С часиками, все дела. Ну, также маленькие совсем. Вот такой. Это уже для тех, у кого совсем нет места. Ну и вот такой 2x2. Красивые виджеты. Вообще очень красивое приложение. Никогда не видел таких качественных, красивых приложений. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будут новые видео. Всем пока.